Здесь, на пляже Уистриэм, произошел забавный случай. Судя по всему, организаторы решили подшутить. Они вывели Обаму и Путина на экран одновременно. Все это увидели и засмеялись, потому что все понимают, что происходит. Все знают о напряженности и неловких ситуациях, которые мы наблюдали. Вот, например, одна из них. Владимир Путин неожиданно встретился с избранным президентом Украины Петром Порошенко. Никто не ожидал этого. По мнению экспертов, с которыми мне удалось поговорить, таким способом Запад, по всей видимости, пытается легитимизировать Порошенко, представив его другим мировым лидером.